XIX веке в моду вошли восточные комнаты. Дело в том, что самолетов тогда не летало, и железных дорог даже еще не строили. А путешествовать хотели, и многие люди научились путешествовать внутри своего дома. Тогда в квартирах жили мало, жили в особняках, и вот эти путешествия сопровождались часто посещением гостиных восточных, арабских, османских, турецких или китайских, позднее японских. И также я в своей квартире сделал одну восточную комнату, которая у меня называется «Константинопольская гостиная» или «Кальянная».